Чиний задам, хавин нэг. Всем добрый вечер, меня зовут Илья Куликов, мы находимся на стадионе школы 64, где в рамках 8-го тура любительская футбольная лига АФЛ дивизион Испания встречаются команды Эспаньол в зеленой форме, банда Жирона в красном. Команда Эспаньол расположилась на 7-м месте. 2 победы, 5 поражений. 4 игры. Наша команда набирает очков. Сегодня это прервется. Команда. Пас момент. Голкипер вручает. 7 мальцев провел. Команда Жирона находится на 9-й строчке турнирной таблицы. Одна победа, одна мяча, 4 поражения. 11 мячей забили, 21 пропустили. 4 набранных очка. Команда Эспаньола 6 очков. В случае победы Жироны. Гонит Эспаньола, улучшит свою. Турнирную позицию, конкретная атака. Эспаньола. Голкипер действует надежно. Мяч таки покинул пределы поля. Палата разыграет Жирона. И мяч попадает в своего ЖДК. Грязный инцидент. Давай сразу. На пятках попрыгай. Будет оттуда. На пяточках, слышишь? Подожди. Давай на пяточках. Вверх. Попрыгай. Будет легче, разбегайся. Че ты? На замену или все? Выходи один. Требуется замена. Сюда, сюда, внизу. Сразу там. Да, будет Игорёха обойти потом. Под него кто? Быстрее! Быстрее! Давай, Денис Лукащук открывает счет матча и уводит Эспаньол вперед. 1-0.
там посмотри, зайди на это. Иди на, блядь! Дальний удар, мяч в воротах. Точно в девятку, красивейший. Удар получается. Каз Жироны. Счет. 1-1. Даже посчитали, с 30 метров был забит мяч. Дмитрий Иванов аплодирует. Смотри, бегаешь! Служит матч Руслан Крилев. Саша, право! Право! Саша! Саша, его! Вот удар от ворот. Все время по стадионам. Пойдем! Куча уже на подходе, возможно, даже для матча. Сейчас это дождь. Красивый удар. Вниз пробивал был. Близок к дублю. Мяч хотя вышел. Хороший пас. Так не получается, он нападающим. Зарабатывает головой. Ваня или сей меня? Сэм, я не могу. Я думаю. Здесь оборона Жироны и контратака. Да, блокируется. Жесткий стык. Человека пострадало. Александр бьет с подкруткой. Мяч плетает за борт. Центр 2, 3, центр. Выше, выше, Саша.
Пас пяткой. Кис по нему были готовы. Мяч по-прежнему у Жирона. Поставил низом. Была хорошая возможность. Удар. Зарабатывает угловой. Пас по нему. Все пробивал, касание, да, поддел, не мало рот. Добрались до стрела, начался дождь. Подкинут погодными. Придется продолжать игру футболистам. Какие уносят вещи. Трибуны опустели. Вперед на левый фланг. Подача в центр. Воздух льет. Спанил. Денис. Точно на Александра. Александр набирает скорость. Сильно финтов, но все-таки мяч теряет. Не выстрел. Мяч покидает стадион. Цепляется по центру. Защита. Жирон здесь надежно выносит. Браво!
Ну, да, разыграет Спаньол. Вячеслав Фимича. Разбег, удар под стенку. Потом отдает на трибуну. Мяч сразу вперед. Надежда, что-нибудь впереди зацепится, пока что не получается. Кинул пределы поля. Выше, Леша, бросай. Выше. Раут возыграет Широна. Конца. Отлично, он дриблинги. Здесь вот нападающий. Прострел. Тут постраховал второй защитник. Главы. Да, за дистанцией он мяч срезается. Удар от ворот. Теперь у нас же туча. Снег уходит со стадиона и солнце вышло. Дождь уже прекращается. Удар. Так, теперь справляется.
Мадес принес сегодня 3 замены. Жироны 4. Но зарабатывает Вячеслав. Сам подходит к мячу. Удар, стойка бакет. Первого тайма 10 минут. Счет 1-1. Все, разобрали. Полёка, два. Оп, оп! Удар, красивый удар, касание. Опасный мяч летел. Стрел. Гений выполнял. Мяч покинул поле. Надо подкатывает мяч. Удар. Как кипер реагирует. Головой. Сань,
Удар, снова касание. Еще падает в дерево, возвращается. Тут Родион. Справа! Чей, блядь! Играй, играй, играй! Дай люди бросать! Вышли, вышли, с тобой. Хорошо, дриблинги. Действуют из Жироны. И зарабатывает штрафной удар. Да, ближний угол, голкипер, падение, перевод на головы. Хороший пас, выход. Слишком 1-1 был, но тут вратарь вовремя вышел, поставил корпус и остановил. Так, у Испаньола. Удар со столба. Теперь был готов. Дождь закончился, остался снова. Вот уже концовка первого тайма. Счет 1-1. Практически на ноль. Удар, красивый удар был, не угол. Голкипер справился. Удар. Девятку мимо. Хорошо было возможность Испаньола выйти вперед. В концовке первого тайма. Что повезло. Правил, руками играл. Денис Лукащук. Давай, вперед!
раз по воздуху, но Семенев защитник перевал. И на этом у нас первый там завершается, счет 1-1, большая пауза. Второй тайм начался, сразу же удар с полуполя. Повторить, успех первого мяча, туда очень дальним ударом в девятку. Попал игрок. Сейчас не получилось. Мяч у Спанилова. И мяч залетает в ворота. Серьезный гол. Жена уходит вперед. 1-2. Согласованно действие обороны. Спанилова. Удар за дистанции. Защитник блокирует повторный. Голкипер реагирует. Алексей разряжает обстановку. Выносит. Пас. Да, не получается. Удар, нужен удар. На. Саня,
выше. Еле поактивнее, Став хорошо по центру. Дальше. Не сбегали. Ой! Мяч был кипером. Запрос вперед. Остановились, догоняй! Беля, тут что, даже движение не сделал! Дальний удар! Денис, блядь! Что это было тоже, что, блядь? Хороший заброс. Голкипер все контролирует. Уходит. Защитника зарабатывают головы. Понизу! Защитник, пас вперед, там никого не казалось. И там, и здесь, отдай раньше. Понятно.
стреляй! Нарушение цвета поля. Штрафной разыграет Жирона. Хороший заброс, чуть не хватает допрыгнуть до головы. Да быстрее ты пас, но нанести удар. Я думаю, за плохого нападения Жирону не удалось. Удар от ворот. Сава пробивал. Что-то работал угловой. И полез!
Замена стоит Жироны. Жироны, прострел, голкипер убивает. То есть Эспаньол за списа. Более отлично действуют игроки Жироны. Навес, неудачно. Прошло уже 15 минут второго тайма. Жироны лидирует 1-2. Отмечая заута и возможно приход Жироны. Отдача, и сюда мне не удалось. Кидай, тоже была возможность, но голкипер им остает посольство, дает переграть себя в ближнем бою. Открытый, блядь, никто своей хуйней занимается.
Денис мячом по центр. Лево смотри, лево! Лево, блядь! Хороший перевод на левый фланг. Сейчас закончим сразу. Ну, а? Дальний удар, не справил. Правый кипер здесь надежно. Верно действует защитник, обыграл двоих. Денис набирает скорость и зарабатывает штрафной. Слав разбегается, бьет и... Головой зарабатывает испанел. Разбегает низом. Красиво действует защитник в падении, скидывает голкипера. Жирона в атаке. А вот разговор с испанел. Стой, стой, стой!
Хорошо, подача, удар головой. И мяч направить ворота не получилось. Здесь пробил выше. Хорошая была возможность, это не счет в матче. Спаньола чуть не повезло. Пас на фланг, удар касания, защитник блокирует. Евгений Кочетов получил повреждение. Может даже подведутся замена. Да, так и есть. Удар головой, красивая атака. Евгений пробивал. Прострел. Ворота пустые. Будет удар. Удар оборона Испания выполнит. Дела. Денег перехватывает. Кого? Товарищ, что? Я сколько осталось?
Что уже последняя минута матча. Испаниолу нужно забивать, чтобы сравнить. Счет пока что не вступает. 1-2. Мяч падает в судью. Да. Кинь всех. А что Вест Хэм? Вест Хэм не будет. Народ будет. С игроками! Слава, ты один остался, убежал человек. Все! Все, пиздец! Два с подкруткой. Нема. Значит, в последних секундах есть еще возможность у Спаньола сравнять, попытаться сравнять счет матча. Голкипер подключился даже. Красиво, через себя падение защитник выносит. Ворота пустые. Заброс. Но голкипера поднять не получилось. На этом матч завершается. С минимальным счетом победу держат Манжероны. Спаньолом 1-2. На этом мы заканчиваем трансляцию. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи.